наморозили клубники в холодильнике 100 литров, 100 килограммов в таких вот коробках. И теперь нам ничего не остается, как закрывать компот, но закрываем мы его в прошлогоднем яблочном соке. Заливать нужно дважды. Первый раз 10 минут стоит залитое, второй раз уже можно просто переворачивать вот туда, в теплый угол. Дверь я делал, просил.